спасся. І ти віддасть царство Боже, і ти будеш блаженним. Тому, дорога душа, не вернись до Господа, поки ще не пізно. Поки ще не пізно, бо після смерті тобі не тягне. Примирись з Господом. Проси, моли, благай Господа Христа, щоб він тебе простив, помилував, оправдав і подавав тобі вічне життя. Он повелевает каждому человеку из вас покаяться. Покайтесь, люди добрые, пока здесь есть время. Суду Божьему начаться будет отсюда, с этого места. С твоего места, где ты живешь, когда ты если умрешь, не покаявшись, ты пойдешь на Божий суд. Ты можешь отвергать Бога, можешь хулить Его, можешь не покоряться, но знай, ты умрешь и будешь стоять перед Богом. И ты будешь отвечать за все свои грехи. Если не покаяться, а если покаяться, Иисус Христос возьмет вину твою на себя, потому что Он умер и воскрес. Всем вам доброе дорогу. Господи, благослови всех людей, которые едут здесь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.